Социальное обслуживание на дому может получить каждый житель Ульяновской области старше 65 лет. Месяц назад губернатор Сергей Морозов выделил 17 специализированных машин на регион для работы мобильных бригад. В Корсунском районе Ульяновской области мобильная бригада работает уже месяц. За это время она успела доказать свою эффективность. Здравствуйте. 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 Антонина Дмитриевна. Да. К вам приехала сегодня мобильная бригада в составе представителя социальной защиты населения. Благодарю вас. Фельдшера Папа Сосновского нашего поселения, специалист социальной защиты населения и специалиста надомной службы. Проблемы самые разные. Кому-то показано лечение в санатории, кому-то нужна помощь в бытовых делах, кто-то не может самостоятельно передвигаться. Ответы есть для всех. Всего за месяц стало понятно, что работа таких бригад чрезвычайно важна и продуктивна. На сегодняшний день, вот за текущий месяц, прошедший месяц, нами было обследовано 4 населенных пункта, достаточно крупных населенных пункта. Это Тволжанка, это село Краснополка, это село Большие Поселки, село Комаровка. Сейчас мы переходим по графику вот на обследование села Сосновка и Горинское сельское поселение. Это Татарские Горинки, это Кадышево, это Котяково, Беловодье. Уже собрана информация о 173 пожилых людях Корсунского района. 25 из них доставлены для обследования в больницы региона. Проведена консультационная и разъяснительная работа. Выявлялись проблемы не только социальные, но и местного характера, которые в оперативном порядке решала местная администрация. Пока еще обследованы не все, но работа не останавливается. Каждый пожилой или инвалид может быть уверен, помощь близка. На сегодняшний день в Корсунском районе насчитывается свыше 8 тысяч граждан пенсионного возраста. Напомним, наш регион одним из первых присоединился к этой работе в рамках программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», созданного по инициативе президента России Владимира Путина. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.